Сегодня нашу душу охватывает горечь и печаль, так как мир отечественного шоу-бизнеса потрясает серия ужасных потерь. К сожалению, никто из нас не является вечным. И сейчас нам всем трудно осознавать, что мы прощаемся с людьми, которые были той самой советской закалки. Мы теряем целую эпоху артистов, которые с неимоверным трудом завоевали всемирную славу и оказали огромное влияние на современное развитие культуры в бывших странах СССР. Страна ежедневно теряет легенды советского кинематографа, и сегодня пришла новость, которая привела в шок российских граждан. С болью в сердцах мы прощаемся с той, кто олицетворял эпоху и стал навсегда запечатлен в истории кино. Ушла из жизни всем известная актриса, воплотившая на экране Надю Шевелеву, главную героиню фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Барбара Брыльское имя, которое знакомо и близком каждому российскому зрителю, она поразительно красивая женщина, покорившая сердца миллионов. Если в России она стала настоящей звездой после выхода комедии «Ирония судьбы» в 1975 году, то на ее родине она завоевала признание задолго до участия в этой знаменитой картине. Сегодня поклонники и близкие актрисы собрались, чтобы проводить ее в последний путь. Уход Барбары Брыльски оставляет ощущение невосполнимой утраты, и вместе с ней уходит кусочек истории непередаваемой атмосферы, созданной великими мастерами кино.